Поздравляю с праздником! Сегодня начало космической эры человечества. Дело в том, что 55 лет назад люди запустили в космос тяжеленную штуку, которая летела и не упала. И поэтому мы с товарищами, вот они, решили отпраздновать, так отпраздновать. Я шла ранним весенним вечером по городу, мне было грустно и пасмурно, и холодно. Я встретила каких-то ребят, которые мне улыбнулись. Один из них был водитель трамвая. Как раз вот он работает в этом депо имени Баумана. И он сказал, что у них есть такой замечательный трамвай. И сразу захотелось его посмотреть, может быть, и на нем покататься. А потом стало понятно, что кататься всем вместе намного веселее. Наш космический трамвай начинает свое путешествие. Будет так, как никто не ожидает. Будет знак, соберутся все трамваи в поезда и уйдут без расписания. Кто куда будут жить в тупиках забытых веток, нам звонить и передавать приветы, чтобы мы чаще покидали города. У Ивана мысли вслух, у Ильи расцвел лопух, а у Никодима в бороде каждой волосинке по звезде. Он теперь повсюду и везде, везде. О полетах человечество мечтало очень и очень и очень давно. Ну, фактически с того момента, как человек посмотрел на звездное небо, он уже мечтал туда добраться. Не знали только на чем туда добраться. Разные были представления о том, как это можно сделать. Но о том, что, например, была изобретена ракета в виде фейерверка усилительного, и что ее можно использовать для космического полета, вот это догадался только Константин Эдуардович Циолковский. Слышали звон и поняли сразу, это же он. Это наш Циолковский летал и кричал, птиц загонял, землю вращал. Это наш Циолковский сказал, и было так, сказал, и было так, сказал, и было так. Это наш Циолковский барабаны звучал, землю вращал, звезды вращал, вселенную раскачал. Опа! Это наш Циолковский! Это наш Циолковский! Это наш Циолковский! Это же он! Космический трамвай. Вы просто ощутите вообще важность момента, что происходит. Слово «космос» стало синонимом слова достижения неких высот, которых раньше не было. И это было нарушение всех законов, привычных человечества до этого. Они подняли огромный тяжеленный спутник искусственный и подняли его высоко в небо, и таким образом обозначили, что вот он, путь в космос открыт. Потом уже были запуски других спутников, были запуски собачек, черепашек. Потом первый человек в мире поднялся в космос. Это был наш соотечественник, человек с потрясающей улыбкой, открытой душой, Юрий Алексеевич Гагарин. Но это все было потом. Сначала был спутник. И об этой дате забывать нельзя. Я летящая звездочка в звездной пыли. Если б не облака, то вы бы могли разглядеть меня после вечерней зари. Я не первый и не последний искусственный спутник Земли.
орбите. Ну как не обидно вам, да горите. Упадете в земной океан, что же спите? Как привязанные корабли, улетите. На первой передаче вокруг Земли на орбите. Ну как не обидно вам, да горите. Упадете в земной океан, что же спите? Как привязанные корабли, улетите. Ну, участвуют все те творческие люди, которые делают Космофест. Участвуют наши любимые музыканты. Ну, то есть это на самом деле из-за объемов трамвая получается такой маленький праздник, вроде как для себя. Потому что больше 60 человек в трамвай посадить, ну, никак не получается. Уж очень он маленький. Вот. Но мы решили, что мы катаемся сами и попытаемся всем, кто будет нас видеть с улицы, как бы рассказать, что вот сегодня такой праздник, что он для нас важен и ценен. Вот. И мы даже напечатали флаера, чтобы раздавать ему их тем, кто будет интересоваться. Пою я солнцу гимн, хоть звезды и милее. Пусть не способны словно солнце ослеплять, ведь от него даже ночь белеет, и после сна зовет веки поднять. Придет весна, и девушки красавицами станут. Придет весна, все девушки красавицами станут. Но вряд ли это обрадует меня. Наступит осень, и они уродинами станут. Наступит осень, и они уродинами станут. Наступит осень, и они уродинами станут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, мама, 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 мама. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, мама, 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 мама. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, о-о-о-о-о. Я не знаю, что бы я подумал, если бы я шел там по улице и увидел бы это. Это вообще нереально круто. Вот, и вдвойне круто, что мы в этом участвуем все. То есть мы живем в сказке. И это прекрасно. И эту сказку мы создаем сами. Так давайте продолжать это делать. Ты можешь думать, это миражи. Но я-то слышу, это ангелы трубят. Так задержи дыхание и скажи всего три слова: я люблю тебя. Самые простые слова, самые, самые простые слова, самые простые слова. Самые, это самые простые слова. Полгода ждали, внашивали, носились с этой идеей, чтобы приурочить наше катание на трамвае к празднику запуска первого спутника. И мы решили проехаться по улицам Москвы, чтобы все москвичи вспомнили о том, что есть такой праздник, 4 октября, начало космической эры человечества. Мы долго искали
способ добраться, и умные дяди придумали способ. Теперь нас манит космос, и всех манит космос. Встретимся там, где никто еще не был. Наши дороги и наше небо, наши мечты и наше солнце. Вечное лето. Нас манят планеты, но нет туда билетов. А раз нет билетов, давай простопить ракету. Гагарин знал, что такое автостоп. Гагарин знал, что такое автостоп. И он поехали сказал, потому что это знал. Гагарин знал автостоп. Гагарин знал, что такое автостоп. Гагарин знал, что такое автостоп. И он поехали сказал, потому что это знал. Гагарин знал автостоп. Гагарин знал. Гагарин знал. Точно. Гагарин знал. Определенно. Гагарин знал. Заранее. Гагарин знал. Всегда. Гагарин знал. Гагарин знал. А что это такое? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Шеф! До Луны домчим? Дорогу покажешь?